Что касается Дня национального единства, этот праздник на самом деле существовал в России. Его называют новым праздником, но на самом деле он в течение 200 с лишним лет отмечался у нас раньше. Он не отмечался только в эпоху Советского Союза. По сути дела, мы не придумали новый праздник, мы возвращаем праздник старый. И нужно наметить, что это был такой праздник своего рода национальной культуры в свое время, когда действительно люди шли в храмы, они молились Казанской иконе Божией Матери, были народные гуляния, как раз к этому времени же собран весь урожай, какие-то там соленья поспевали, люди угощали друг друга соленьями, доили друг другу колокольчики. То есть были традиции вполне мирные и добрые. К сожалению, сейчас этот праздник приватизировали националисты с русским маршем, с этим, и вместо Дня национального единства делают какой-то день гражданской войны своего рода. Это ни в коем случае нельзя допускать, и нужно власти озаботиться тем, чтобы разработать какие-то новые ритуалы и новую концепцию празднования праздника 4 ноября.